тот снова перегрыз зарядку Эмбер. Это котенок Оливии. Оливия не согласна с обвинениями. Это точно проказник котенок Эмбер. Ой, что сейчас будет? Жестокая битва подушками. Как здесь оказались девчонки? Что это? Лучше ничего не трогать. Упс, белое против черного челлендж. О нет, игра началась. Раунд с напитками. У Эмбер черная кола, у Оливии белое молоко. Девочки уже не могут пить, а в стакане совсем не убавляется. Что это за фокусы? Теперь все стало ясно. Такое количество им не одолеть. Девочки согласны на ничью. Ножницы режут бумагу. Это значит, что теперь Оливия крутит колесо. Что же будет дальше? Пранк с печеньем. Ничего себе, телепортация. Печеньки. Эмбер их так любит. Но у них что-то странный вкус. Похоже, Оливия что-то знает. Иначе чего она так смеется? И это совсем не кола. Как ей теперь избавиться от этого вкуса? Только обидевшись. Хитрая Оливия сняла весь крем с печенья и заменила на зубную пасту. Вкус пострадал, но свежее дыхание сладкоежки обеспечено. Вместо любимой колы Эмбер Оливия смешала спрайт и добавила соевый соус для цвета. Печенье не стоило есть, а просто почистить им зубы. Что происходит? Девочки снова в студии «Белое против черного». В этот раз Эмбер намерена проучить подругу. Перестрелка водяными пистолетами. А почему бы и нет? Это шанс для Эмбер отомстить Оливии. Оружие заряжено, да начнется дуэль. Белая футболка Оливии уже совсем не белая. Она пытается отстреливаться. Но, похоже, пора сдаваться. Она просит о пощаде. Эмбер довольна собой. В этом раунде победил белый цвет. Но их ждет продолжение. Эмбер крутит колесо. И следующий раунд. Бирпонг. Класс! Любимая игра любого студента. Эмбер дразнит Оливию. И первый бросок — промах. Оливия демонстрирует прием кунг-фу. Ей нужно еще потренироваться. Ответный бросок — и снова мимо. Оливия что-то затеяла. Она приготовила настоящую бомбу. Приклеенный ментос на шарике. Бросок. Первое попадание. Эмбер придется пить эту колу. Но она ведь совсем не знает о ментосе. Ой, что сейчас будет? 1000 сахарных взрывов прямо во рту Эмбер. Победа Оливии. Новый раунд. И колесо крутит Эмбер. Интрига. Переработка мусора. Что это значит? Куда исчезла Эмбер? Ее так долго нет. Оливия успела заскучать. Тем временем Эмбер роется в пластике. И, похоже, нашла то, что искала. Она вырезает из пластиковой бутылки круг. Подогреваем его зажигалкой. Получается весьма красиво. Она делает такую же деталь меньшего размера. Скрепляет все вместе. Украшает жемчужиной. И клеит на кольцо. Вау, это правда круто!
Теперь все хотят такое кольцо. Похоже, Эмбер привлекла однокурсниц к переработке пластика. Оливия репетирует телефонные разговоры с мальчиками. А вот и Эмбер. Ну, наконец-то. Оливия так рада ее возвращению. Но игра еще не окончена. Новый раунд и новое задание. Пранк над учителем. Хоть бы их не исключили из колледжа. Девочки на уроке. Пора действовать. Оливия насыпает муку на стол учителя. Фу, чуть не попалась. Посмотрите, булочки в муке. Весь класс смеется. Учитель сыт по горло кулинарными пранками. Теперь выход Эмбер. О нет, только не чернила. Учитель перестраховался, надев белые брюки. И это очень зря. Он не понимает, что вызывает такой смех. А теперь понимает. Бриджи, неожиданно. Никаких стульев и шансов на пранки. Время проверки домашки у шутников. Упс, девочки чудом избежали двойки. Это было весело. Время крутить колесо. Пранк со стиркой для Эмбер. Поехали. Время стирать любимое худи. Супермощный гель для стирки, значит, суперчистота – то, что надо. Похоже, Оливия что-то задумала. Она добавляет отбеливатель в рецепт чистоты Эмбер. Это жестоко. Кто-то идет. Это же папа Оливии. Она испортила его счастливую футболку. Какой ужас! Оливия сожалеет. Тем временем Эмбер совсем заскучала в одиночестве. И решила сама сыграть. Класс! Тиндер! А вот и Оливия вернулась. И исчезла с телефоном Эмбер. Какое уютное кафе. Оливия на свидании вместо Эмбер. Вау, какой красавчик. Еще и с букетом. Но у Оливии аллергия на цветы. Как неловко. Вау, шкатулка с украшениями. Какая красота. Украшения напомнили Оливии о ее бабушке. Ей такие же подарил парень в молодости, на Титанике. Она не может это принять. А на очереди еще один парень. Посмотрим, чем он удивит привереду. Оригами? Оливии нравится. Наверное, только из-за цвета. Миссия выполнена. Эмбер тоже хочет на свидание. И попадает на него. Похоже, парень опаздывает. Наверное, рыцарь на белом коне застрял в пробке. А вот и он. Совсем не рыцарь, а настоящий bad guy. Такие парни нравятся Эмбер. Она просит рассказать о себе. Но он байкер. Пусть встречный ветер расскажет ей о нем. Она не против. Главное не забыть надеть шлем. Но это не обязательно. Он приехал на самокате. Эмбер, пора сваливать.
Девочки снова в студии. Финальный раунд. Что? Перемирие? Ну уж нет. Белую зарядку Оливии можно починить черной изолентой Эмбер, перемотав в нужном месте. Готово. Задание выполнено. Все раунды пройдены. Девочки снова в своей комнате. Похоже, они все-таки помирились и готовы забыть об обидах. Что это? Кто-то порвал наушники Эмбер? Оливия! А ссоришься ли ты с лучшим другом или подругой по пустякам? Как вы находите компромисс и миритесь? Мы уверены, у тебя есть забавная история на этот счет. Ставь лайк и подпишись, если все еще не сделал этого.